Здравствуйте. 29 марта. Очистил сейчас канавку. Плавало 3 карася. Я сейчас 2 наблюдаю. Они, видимо, в лунку ушел. Это такой вроде ничто размерчиков. Крупнее, чем до этого были. Был вчера. Поземка сильная, мела. Все сразу же задувало. Я лопату не брал, топором расчищал. И этот шустрый, этот в лунку уплывал. Как бы выплыл из нее. Так что, возможно, где-то там еще в лунке находится. В общем, топором очищать очищал. И тут же все задувало. Но тут сейчас корочка была застывшая. Ночью минус был. Сейчас в районе, наверное, плюс 2. Нет, снежок, в общем, идет. Тучка находит. Но сейчас попробую. Сначала тогда из этих, наверное, из 5. Если он где-то в районе лунки стоит, выкинет, не выкинет. 2 полунца плавает небольших жучка. И потом пойду на вторую, которую больше всего мы до этого собирали. Ну что, пробуем. Эх, вода мутная сразу. Вот камеру тогда опускал, тут трава сразу. Оп-оп-оп. Вот малек. Не знаю, видно, не видно, куда у меня камера смотрит. Малек ротана. До этого сколько мы были, УАЗиком качали. Не было. Этот дохлый. Либо чуть-чуть живой. А, вонища прям вообще. Мне кажется, каждый день все сильнее и сильнее пахнет. Так, в общем, ладно. Там их не оказалось. Пробуем тянуть тогда с этой. О, тут у нас грязи все. До этого грязи такой не было. Те дни лопатой мы тут каждый раз и по многу пытались вытягивать. Нет, нету. Видимо, какой-то там процесс все-таки идет циркуляции, поэтому и запах сильнее. И сразу муть пошла. И лунка уже, наверное, не знаю, можно ногой провалиться, скоро будет. Сама по себе циркулирует вода здесь без нашего участия. Ладно, иду на другую. Здесь выглядит вот так вот все. На удивление, я думал, здесь забито сильнее. Вчера здесь было полностью снегом забито. Вообще не было, получается, возможности рыбе шевелиться, идти. О, сразу, говорит, кислород. Хватает как. Тоже топором вчера здесь скоблился, дочистил. Здесь вчера 2 было, и вот оттуда, где сейчас, я 3 поймал. Вот еще один проплыл.
Так, как-то надо аккуратно. Он стоит прям в лунке. Не знаю, видно, не видно. Так, ладно, будем как-нибудь доставать их. Доставать, считать. Куда оно плыло? Блин, прохладненько, я вам скажу. Так, вот с этой уже сколько. И я думаю, они все, вот сразу только лед сломал. Тоже такой покрупнее. Вот еще. Еще поплыл. Точно вижу. Так. Солнышка нету, плохо видно. Лед темный сейчас стал. Отсвечивает. Так, вот тут вот, вот еще один. Эх, куда-то уплыл. Вот он, вот он, вот он плывет. Уплыл, ладно, мы его еще поймаем. Сегодня и здесь он как тянет. Но рыбы нету. Какая рыба была, та здесь плавала, я ее собрал. Вот один куда-то только еще карасик уплыл. Вот так вот тут.